Вот как мечтать, чтобы сбылось, чтобы ваши желания сбывались. Допустим, вы начинающий бизнесмен, а может быть крутой, да? И как сделать так, чтобы вы могли мгновенно, быстро перестраиваться в любой момент, когда облом или когда успех, да, чтобы не зачаровываться успехом и не терять бдительности. Во многих случаях, когда ведете переговоры, даже с проблемным собеседником, с партнером, или с конкурентом, или с начальником, который хочет вас уволить с работы, ну мало ли что там бывает. Как сделать так, чтобы ваши желания исполнялись, а бизнес ваш был вам в кайф, где вы узнаете на нашем вебинаре. Об этом вы узнаете в четверг в 20 часов. Да, но самое интересное, что там будут приемы. Но вы просто будете потрясены, потому что учиться надо у детей. Устами младенца, говорят, глаголит истина. Да, посмотрите, что делают дети, которые еще не кончали никаких академий. Они академии не кончали, но сама природа им подсказывает, как сбрасывать стресс, как сбрасывать лишнее напряжение. Да, и самое главное, когда они играют, дети, они совершают некие действия. Вы узнаете, о чем они в этот момент думают, в каком режиме работы мозга. Обо всем вы этом узнаете, как работает мозг на самом простом, уникально простом, увлекательном языке, доступном почти каждому. Но если кому-то это недоступно, то все равно он может быть успешным, потому что ребенок-то он не учился еще пока в институте, а уже все это знает. И вот среднестатистическое наблюдение за детьми и за людьми напряженных профессий, и за людьми, которые в жутком стрессе и совершают подвиги и рекорды. Вот это все позволило создать эти приемы, которые вы сейчас узнаете. Приходите на наш вебинар. Я думаю, это будет потрясающе. Вот самое главное запомните. Дети, на самом деле, наши учителя, когда мы внимательны, когда мы наблюдательны, и когда мы анализируем и думаем, что каждый человек должен быть свободен.